Жарким июньским утром кажется, что все горожане уехали на природу, кроме тех, кого можно увидеть на крыльце и в вестибюле ДК Попова. Здесь раз в неделю собираются коллекционеры музыкальных записей, в основном пластинок. Винила, как они говорят. Спорят, обмениваются мнениями и дисками. Многие увлекаются коллекционированием еще советских времен. Николай Норец, меломан со стажем, как он себя называет, собирает преимущественно пластинки великих английских групп 60-х, 70-х годов. Это великий человек. В основном тут увлеченные люди, которые уже занимаются этим много лет, советского времени. Приезжают в основном люди моего возраста, немножко постарше, немножко помладше. Конечно, и приезжает и молодежь, но не так много, как хотелось бы. И хотя летом сюда людей приходит немного, но находятся и такие, кто приезжает издалека. Место пользуется авторитетом. Василий Казаков, например, приехал из Новокузнецка. У всех одинаковое влечение. Но диски бывают тоже другие. Что-то здесь есть, что-то там есть другое. В основном здесь можно встретить пластинки западной рок-музыки, но не только. При желании можно найти даже компакт-кассеты, которые, говорят, снова входят в моду. Или даже редкие диски советских исполнителей. Им по 60 лет, они очень раритетные, уже тяжело сохранить те бумажные конверты, мелодии, которые были в СССР изданы, поэтому которые дошли в таком состоянии, очень дорого стоят, дороже фирменных пластинок. Самый большой стаж коллекционирования, возможно, у Георгия Дуненкова. Впрочем, сам он себя считает пропагандистом музыки. Примерно в 1953 году прошлого века я впервые поставил иголку на пластинку. Это были детские пластинки. Вот с тех времен мне нравится все, что связано со звуком. Ну и больше мой уклон не чисто в собирательство пластинок, а в пропаганду музыки, чтобы люди услышали, что это такое. Это было актуально в Советском Союзе, потому что тогда зарубежной музыки было очень мало. И вот это вот место, это остатки той группы людей, которая обеспечивала новосибирскую музыкальное лицо. Это люди, которые привезли материал. Он распространялся, записывался людьми на перезаписи, и люди хотя бы услышали, что это такое. В советское время собирать зарубежную музыку было небезопасно. Власти усматривали в ней тлетворное влияние Запада. Теперь это можно делать свободно и на законных основаниях. Стоит только сесть в 13-й трамвай и доехать до ДК Попова. Кстати, если кто не знает, что у нас есть такая тусовка в Новосибирске, милости просим, мы тут собираемся каждое воскресенье с 9 до часу.